Приветствую всех зрителей моего канала. Это 10-я часть видеопрохождения игры Underrail Expedition на сложности Hard с классической системой получения опыта. Загружаемся, и пришло время выполнять квесты. Мы их там набрали в прошлом видео. Зрители проголосовали все за то, чтобы до конца выполнять ветку угрей. В принципе, как я и думал. Здесь даже есть намек, угри, в отличие от утильщиков, уже даже какие-то политические договора заключают, по крайней мере, с объединенными станциями протектората. И те открыли у них посольство. Дальше посмотрим, что будет. Но с этим мы уже выяснили. Так. Да, давайте займемся квестами, получим уровень. Я немного глянул эти квесты. Действительно, достаточно тяжело с этими квестами остаться чистеньким. Ну и не выполнять их тоже не вариант. Попытаемся, конечно, выполнить наименее грязным способом. То есть здесь не всегда есть у вас вариант решения, который, к примеру, исключает убийство человека, который вам ничего плохого не сделал. Абрам, мужчина тяжело и хрипло дышит, под маской видны его усталые глаза. Он положил одну руку на прилавок, а другой иногда отламывает кусочки от хлеба, лежащие перед ним на тарелке, и распихивает их по многочисленным карманам своего пальто. Воздух здесь хрипит, гнилой, если понимаешь, о чем я. Ты ведь хрипит Вранглер, хрипит станция Саутгейт, хрипит, я прав? Кстати, убеждение у меня прокачано, но зачем его обманывать, не знаю, но давайте. Вы меня перепутали с кем-то другим. Я так хрипит не думаю. Слушай, меня зовут Абрам, хрипит. И у меня есть для тебя деловое хрипит предложение. Мои источники сообщили, что ты недавно посещал наше посольство, наш сильно кашляет, наших друзей из Союза. Я хотел бы купить информацию, которую ты, вероятно, приобрел в ходе своего визита. Эта информация не относится к цели твоего визита, поэтому наш разговор не затронет твою преданность собственной станции, если таковая существует. Тебе, хрипит, интересно? Так, ну, в этом ужасном мире, в котором оказался наш герой, ничего за бесплатно не делают, а тем более, если это опасно. Сколько ты мне заплатишь? Это зависит от качества информации, которую ты предоставишь. Хорошо, договорились, задавай свои вопросы. Он медленно кивает. Ну, кстати, мы ничего не обещали в посольстве, действительно, мы не являемся членом протектората или объединенных станций, а... Он расспрашивает не о наших южных вратах, а именно о протекторате посольства. Поэтому спокойно можем отвечать. Сколько, хрипит, человек охраняет вход во внутренний двор посольства, как только проходишь через ворота? Ну, здесь они, кстати, ошибаются. Если он считает, что кто стоит на воротах, кстати, восприятие здесь везде подсвечивает правильные ответы. Хорошая реализация прокачанной базовой характеристики, точнее бонусов от нее. Так вот, у нас перед воротами было два, потом мы заходили, был один, потом заходили внутрь, там уже полно. Поэтому здесь как-то не точно. Но раз они так хотят, пусть будет. Восприятие один и еще один примыкающий помещений. Мы пойдем туда, и вы увидите, что возле ворот стоит двое, а считается, что один. Тот, который с нами разговаривал, лейтенант. Тебе разрешили войти во внутренний двор? Да. Сколько охранников ты там видел? Да, один ходит кругами, один возле одних дверей, один возле других. Трое. Восприятие двоих или троих. Были ли охранники в кабинетах посольства? Вот я этого не помню. А, был у посла. У помощника не было. Как минимум один. Ты видел или слышал собак на территории посольства? Нет, собаки не видел. Защитная турель. Вот турель я вообще не помню, были или нет, поэтому... Будем надеяться на восприятие. Да, две ухода. Еще один вопрос. Тебе разрешили возвращаться в посольство? Да. Вот и все, хрипит, что мне нужно было знать. Карим даст тебе твои хрипит деньги. Для тебя есть возможность заработать еще, если тебе интересно. Подойди ко мне снова, и мы поговорим. Сильно кашляет. Завершить диалог.
Ну, видите, получается, это не просто шпион конкурирующей организации, а тут уже целая ячейка, потому что шпион занимается планированием этих действий, а его кошельком является Карим, который здесь, слово из хорошего, натурализировался, да, в виде бармена. Ну, в принципе, здесь анархия, бандиты, поэтому здесь нет контрразведки. Я так понимаю, тут достаточно легко сделать. Карим, у меня есть кое-что для тебя, парень. Достает под прилавкой и дает вам мешочек стигийских монет. Прекрасно. Покажи мне, пожалуйста, что у тебя есть еще. Можешь ли ты мне что-то купить? Хочешь купить две еды? Вот у меня есть еда ненужная одна. А, пьяна защищает. Это вообще супер. Вот я таких блюд покупал бы и все. Все навыки на 3. И в любой момент можно очень сильно прокачаться перед битвой. Мне не нужно такое количество. И не думаю, что 15% обнаружения меня прямо так спасут. Хотя, кто его знает. Но в любом случае, давайте продадим. Так, ну что ж, давай поговорим про следующее задание. Абрам, ты готов еще поработать за деньги? Если так, кашель, то у меня есть для тебя еще одно деловое предложение. Он с этим хрипит, напоминает мне анекдот. Я уже раза два его рассказывал за 6 лет моего канала. Но думаю, не все зрители знают, как там было. Приходит пациент к доктору, открывает дверь, зашел в кабинет, закрывает, говорит: доктор, пук, я пук, после пук, каждого пук, слово пук, впереди пук. А доктор ему отвечает: а вы и свистит, вставьте свистит, попов свистит, свисток свистит, и будете свистеть. Спасибо, свистит, доктор свистит, я свистит пошел. А доктор: пук, верни, не стой, пук, ворюга, пук, отдай, пук, верни, свисток. Потому что то вроде этого напоминает мне постоянно этот крипит. Ладно, расскажи мне, что ты задумал. Мне нужно доставить подарок нашим друзьям посольства Союза. Он заходится кашлем. Но это сюрприз, поэтому он не должен о нем узнать. Боюсь, если бы я захотел хрипеть, доставить этот подарок сам, мне бы не скоро позволили уйти. Красиво он говорит изоповым языком, да? Обтекаемо так. Что за подарок, который нужно доставить? Это маленький питомец, очень маленький, хрипит, любит ползать по вентиляции. Выпусти его туда, хрипит, так, чтобы никто не заметил. Думаешь, хрипеть тебе это по силам? Сколько платишь? 500 хорона. Половина той суммы, что у меня есть. Так что, ты согласен? Конечно, согласен. Он заходит за кашлем. Отлично. Обеими руками он медленно лезет в один из карманов пальто и что-то извлекает. Он держит это между ладонями и подносит к своей маске. Вы знаете, что это такое? Вы не знаете, что это такое, но замечаете лапки насекомые, которые торчат в стороны. Он держит ее так, как будто разговаривает с ним, но вы не слышите ни звука. Он наклоняется к вам, берет вас за руку и позволяет существу ухватиться за вас. Теперь вы ясно видите, что это крошечная личинка могильщика. Длинные костлявые пальцы Абрама и крохотные ножки существа ощущают одинаково отвратительно. Какой-то мутант, раз он умеет уже управлять этими могильщиками, личинками могильщиков. Вы не успеваете испугаться. Существо быстро карабкается по вашей руке и корпусу, пока не находит подходящий карман в одежде и прячется внутри. Напоминаю, кашель, ты должен выпустить его возле вентиляции. Дальше он сам найдет дорогу. Он отпускает вашу руку. Завершить диалог. Давайте посмотрим на эту зверушку. Кибернетический жучок. Ага, выглядит как могильщик, но на самом деле кибернетический. Это какая-то кибернетически модифицированная личинка Нет, все-таки на живую особу. Он должен быть не кибернетическим, а слово киберг, кибергическим жучком, если они имплантами живое существо сделали подконтрольным. Выглядит покладисто и вполне довольно своим новым домиком. Так, наверное, это нужно сделать... Вот так. Ну, пошли в посольство. Дай бог памяти, где это посольство. А стоп, всегда теперь надо бегать и смотреть, что появляется у наших торговцев. Кстати, я бы броню купил уже, я деньги имею. Даже со щитом всего лишь 6, а вы помните, здесь было без щита 19 поглощений. Это была вещь. Не взял, пожадничал. Не знал, что дальше сколько денег высыпать. Опа! Я так понимаю, и от яда. Давайте на всякий случай купим. Но в любом случае купим качество 46. У меня такого качества жилета просто нет. Так, а что ты тут покупаешь?
Держу гильзы, потому что вижу, что не факт, что я от огнестрельного оружия откажусь. Часто попадаются нам ребята очень неприятные с оборотами. Ну, я, конечно, прокачаюсь с уровня, надеюсь, но что-то оно не очень. Так, и сразу же выкину. Кстати, нужно посмотреть, все нужно выкинуть лишнее. Кожа есть. Так, еще брони ношу. И да, есть тут ребята с уворотами. Нужно кое-что подумать. А я разве не сделал нормальный молотобоец? Вот он. 13.62, только патроны к нему не то самое, да? Я не... не знаю. 7.62 и 9-мм люгер. 12.38, 11.27. Молотобоец явно лучше в этом плане. А, у меня 9-мм патроны меньше, я понял, почему два пистолета я ношу. Ну, пусть будет... пусть будет... Ого! Кэш! Если я вижу, что-то покупает удочку, я вернусь за тобой. Если вспомню, да. Окей, сюда. И вот такие штуки мне нужны. Против этих ребят, которые уворачиваться любят. Так. Хорошо, пока это все не... А, ну ладно, гляну. Я так понимаю, даже не знаю, что лучше. Можно кидать в сетку, но те, кто уворачивается, могут и от сетки вернуться. Есть железный вариант, потратить 20 АД на это, но тогда плазма точно попадет. Вы шокером тыкаете, а потом уже на оглушенного кидаете сеть. И после этого прицельный выстрел из плазмы. Но ребята уже такие жирные, что они могут с этим выстрелом не умереть. Но с другой стороны, он уже ходить не может. Можно отбежать. Если он стреляет, конечно, то, что вы отбежали, не очень вам поможет. Да, подожди, может, ты что-то хочешь у меня забрать. Мне нужно хлам проредить свой. И вот мне очень нравились те железные сетки с шипами. Куплю я. Чтобы больше не думать об этом. Больше я их не вижу, кстати, нигде в продаже, а я бы их хотел взять. Кстати, что значит складывается до 5 раз? Пробежит 5 леток по колючкам и снимет у него 5,5, 25 очков. И я не знаю, где они пропадают. Это мне тоже очень не нравится, кстати. Видео смотрел, как играл какой-то там зритель, накидал колючек там еще в начале против пресса, а потом сам по ним ходил и постоянно колючился. Я не помню, пропали ли они вообще, но он точно их по ним ходил, никак от них не мог избавиться. Так, 4 гриба. Ну, посмотрим еще там внизу этот торговец. Пойдем квесты выполнять. Потому что ребята с воротами мне очень не понравились. Я так понимаю, им ничего не поможет? Я понял. Я-то качаю Dexterity, а растут у меня параметры от восприятия. А мне в любом случае нужно быстро Dexterity. Ну, сначала в следующий раз возьму 11, а потом еще 2 в Dexterity. Но когда возьму 11, станет немного полегче. Я понял, почему так происходит. То есть у нас нет бурного роста меткости. Так как умение Ганс не растет так быстро, как кажется, кстати. Высокоэффективный преобразователь энергии. Может и зря это делаю, но пока я дождусь
что он появится снова, он возьмет этот арбалет. И что получается? Можно взять пистолет и высокоэффективным, и одновременно с умным прицелом. Там же две ячейки внизу. Ну ладно, одну возьму в любом случае, там посмотрим. О, ты вдруг прям набором не заинтересовался. Заберу с собой. А я на броню не гляну. Нужно смотреть, что появилась та супер-броня. Не очень тяжелая, не очень режущая, и при этом имея еще настолько большой абсолютный модификатор поглощения урона. Понравилась мне эта штука, конечно. Я тут повыполняю квестов. Уровень, наверное, получу. А дальше... Что я нашел? О, как! А биологически туда входит этот яд, которым стреляет по мне эти могильщики. Кстати, как круто. Мне нужно тогда ходить поближе. Вот я люблю, когда вот основная характеристика дает то что-то такое. То есть другими способами эту вещь не найти. В принципе, зрители сказали, вот, кстати, вот еще, смотрите, поближе ходить надо. Агилити 7. Это бессмысленная штука, честно говоря. Ну и что? Это я этим способом обошел бы вот. Вот этого вымогателя. Угу. Ну и вот ради того, чтобы все эти чеки проверить, эти нужны побольше этих птица там или что, плюс 3 ко всем параметрам. Так, у тебя что-то появилось, ядро. Это было 54, нужно 54 или выше, ниже опускаться не зачем. 44 маловато. У тебя нет ничего. Батареек у меня 12 еще нормально. Брони нет. А, можешь купить наконец-то вот эти штуки у меня. Ну и все. Ты когда-то будешь покупать? Нет, никогда не будешь покупать пистолеты. Обидно. Так. Куда я бегу? Посольство. Вот посмотрите, видите? Здесь два солдата, а не один. Если же считать, что они не считают ворота, а после ворот, тоже неправильно в ответах. Тут будет один, и потом там. Один бегает, один стоит здесь, вот тут не помню. По-моему, тоже. То есть трое. То есть ошиблись те, кто скрипт составляли. Да, вот турели я забыл. Начисто забыл, я не обращал внимания. Вот один ходит. Да, трое. Один ходит по кругу, двое стоят у дверей. И, кстати, стало понятно, для чего это нужно. Это вор так бы сделал сюда. Ну и мы сделали. А оказывается, есть еще один вариант. Опять же проверил, выполняется ли правило 3У, и решил сходить на сайт, почитать, что и как. Так, не сразу это выйдет, я скорость уменьшаю. Так, и вот у нас появляется, можно убеждением его попросить выйти, и мы получим доступ к решетке. Ну, а мы заодно еще обыщем все эти его контейнеры. Надеюсь, успею, потому что... Почему я, кстати, не люблю уже шутеры и подобных игр? Я уже на старости не имею реакции. Не могу быстро попадать мышкой, куда нужно. Поэтому нравится, когда походово или медленно можно подумать. Или есть умная пауза. Так, могу чем-то вам помочь? Убеждение. Это, наверное, глупо прозвучит, но я хочу попросить вас об услуге. Кажется, я бронил кое-что в кабинете посла. После моего визита нигде не могу найти. И поскольку, как мне кажется, было бы крайне неуважительно, если бы я пошел сейчас там шариться, не могли бы вы так быть добры и взглянуть? Я был бы очень признателен. Ну, какой-то, наверное, с точки зрения банальной эрудиции, прыжок под выпорвет, там столько уже слов в этих диалогах. Ну, видно, стик не очень. Сочинитесь нам, дружи. Так. Наверное, не имеет значения, что. Красная ручка, она досталась мне от матери, я всегда ношу ее с собой. Спрашивает, что мы потеряли. Я, ну, ведь посол, и вы же понимаете. Он немного мнется. Ладно, я поищу, пожалуйста, ждите здесь. Кивнуть. Так. Я, по-моему, рассчитал, что камера не в ту сторону идет.
Так что, наверное, получится... А, подождите, чтобы не доиграться, нужно сначала делать то, что нужно. Все, кажется, все облазил. Жука запустил, посла ждем. Фух. А так как играю обычно на большой скорости, вы помните, сколько здесь мисс кликов, ошибок, именно из-за того, что и попасть тяжело, а мне еще и реакция не так. Особенно проблема с этим включением боя. Начинаю его, как это правильно сказать, не волноваться, сомневаться, что взять. То есть атаковать из стелса, выйти из стелса или начать бой. Поняли? То есть, если атаковать из стелса, то чем? Идет пауза. Если был бы один вариант, то этих проблем нет. Если вы хотите стелса, то будет проверка инициативы. Ну, хотя она вроде бы и так происходит. Но почему-то, если сразу стелса атаковать, то инициативу мы выигрываем. Ну, наверное, везет. Не обязательно же что-то должно поменяться, правильно? Ну, и вариант сразу атаковать стелса еще тем, что мы теряем ходы. Пока бегаешь, думаешь, пальцами над клавишами, уже все за тебя решили. Так, простите, но я мог ничего найти. Склонив голову и в отчаянии помахать заместителю на прощание. Так. Отлично. Да, скорость возвращаем, сохраняемся. Бежим зарабатывать денежки. Да, кстати, денежки денежками, я опять все забуду. Лазерный пистолет сюда, лазерный сюда, что-то еще забыл, кстати, вот так нужно. И да-да-да-да-да, что мы пробуем использовать, так-то. Вот. Все равно не хватает, ой, забываю вечно. Почему не сделать, что сюда можно перемещать, мне непонятно. Да. Не получается взять все, что я хочу. Пока так. Есть одиночные цели, то что-то вроде это. Если, конечно, целей много, наверное, где я? Наверное, будет более... А, тут уже. Наверное, будет более правильно, конечно, там гранаты поставить. От сетки отказаться. Смотрим. Так, Абрам, где ты? Так, он заходится кашлем. Отлично, мой маленький питомец уютно устроился в новом доме. Кивнуть. Ты можешь забрать свои деньги у Карима, как и раньше. А теперь, хрипит, у меня много дел. Возможно, хрипит, скоро я снова позову тебя. Давай, Карим, деньги. Сколько дал? Ух ты, 500. Да, надо было на свалку быстрее перебраться. Хотя... Да-да, перебираться, да, хотел сказать, а уровень я же не набрал. Так никто не заставлял выполнять сразу квест на свалке, а вот торговать на свалке можно было. Так, что дальше? У меня задание дал один и второй. Так, да, первое задание тут. Вот это задание, которое тяжело решить правильно. Гровер, мужчина встречает вас лицом с той же выразительной, как каменная стена. Он смотрит на вас, потом говорит, я не в настроении общаться. Я здесь за деньгами для докмейстера, Говер. Пора платить по счетам. Выражение лица остается неизменным. Слушай, я уже говорил Сайлосу. У меня сейчас просто нет денег. Я заплачу, как только смогу. И когда это будет? Я не знаю. Скоро, наверное. Это недостаточно, Говер. Он смотрит на вас спустя несколько секунд. Выражение лица медленно начинает меняться. Я найду их очень скоро. Обещаю. Я обещаю. Это неприятно быть коллектором, честно говоря. Хотя вполне возможно, он мерзкий человек. Много чего плохого делать и тому подобное, но нас это не касается. Ладно, вот, кстати, было бы запугивание, был бы хороший вариант решения, как бы это правильно сказать, менее грязный. Твое последнее слово, Гравер. Нет, пожалуйста, пожалуйста. И все, уже у него не каменное лицо, да? Короче, ну, так как я хочу показать все варианты, изучая игру, то вы поняли. Можно пойти заплатить за него, можно запугать, и он таки найдет деньги, что там предложит, и можно вот, нужно побить его, чтобы он,
чтобы он захотел говорить. Единственная проблема, как бы его не убить. Сейчас крит выскочит. А что ты нападаешь? Может, хватит уже? Ага. Тебе надо два хода, чтобы ты осмыслил. То есть, а первый ход не поймет, но его можете убить. Так, все, не хочешь нам больше драться. Гровер, выражение его лица полностью меняется. Подожди, подожди, не убивай меня, у меня нет денег. Но я могу, я знаю, хороший игрок в покере, но такие проблемы. И так они могут закончиться с угрозой к его жизни, а он стоит с каменным лицом. Я знаю, где их можно достать больше, чем я должен. Клянусь, ты еще и заработаешь, я обещаю. Говори быстро. Траза, все думают, что она нищая, но это неправда. У нее есть это устройство, энергетическое ядро. Она мне показывала однажды. Она стоит как минимум пару сотен харонов. Я не знаю, почему она хранит вместо того, чтобы продать. Она совсем поехавшая. Ты знаешь, как один из психотиков. Ага, он улыбается, но улыбка сразу пропадает. Я могу заманить ее в глухой переулок позади моего дома. Тогда ты сможешь пойти и забрать его. Это погасит мой долг. Какая неприятная ситуация, да? Ну давайте покажу уже до конца. Ха, это неплохая идея. Если ядро стоит достаточно, считай, что ты больше ничего не должен. Он не может держать вдох облегчения, и произвольная улыбка появляется на его лице. Не уверен, что если бы я смотрел в дуло пистолета, и у меня был вариант вот так спасти свою жизнь, поставить какого-то близкого знакомого. Ну, это не близкого, но знакомого точно. Она не его родная. Не его. Я смог бы я сдержаться. Но когда сидишь спокойно за стулом, кстати, кто-то просил морализатора, там, Канобича вроде бы, ну вот, пожалуйста, то кажется, что это уже перебор. Хотя человек слаб. Если вам кажется, я бы никогда не сделал, я бы там не выдал, это все глупости. В реальной жизни не уверен, что много людей смогли бы это сделать. А если под настоящими пытками, то никто. Потому что могут найтись люди, которые просто глядя, так сказать, в лицо смерти, не мучительно и быстро, не будут прибегать к столь грязным способам спастись. О, спасибо, я пойду найду ее прямо сейчас. Встречай нас в глухом переулке позади моего дома. Пошли. Благо, тут есть вариант соскочить. Это мне понравится. Хоть что-то. Даже можно сказать, мы специально все это организуем для того, чтобы Траза, которая его знакомая, которая, наверное, ему доверяет, раз показала свое самое лучшее сокровище. Ну, или, может, он так увидел, но в любом случае подпустила его. И поверила, пришла сюда, знала, кто у нее в друзьях. Гровер, эй, это моя подруга Траза, я рассказывал тебе о ней. Женщина хмурится, увидев вас. Гровер, в чем дело, кто этот парень? Ну, и у нас варианты. Кстати, для особо жадных, ну, хотя, может, вам не повезет, не очень-то у нее крутое ядро. Вот мы первый раз пришли, взяли ядро за 54, мне там где-то на 50. Поэтому нет особого смысла специально. Разве что у вас денег нет. Специально ее убивать именно из манчкистских наклонностей. И мне кажется, самый лучший вариант вот отпуститься. Действительно, не хочется мне убивать человека за то, что мне денег заплатить за дом. Тем более за дом и за защиту, да, за рэкет. Для бандитов собирать. Вышибало бы. Первый момент, а второй момент хорошо получилось. Мы Тразе показали, что ей нужно быть аккуратнее с выбором знакомых. Поэтому себе в ущерб, но, так сказать, высокоморально поступим. Не обращай внимания, произошло недоразумение. Твой долг оплачен, Гровер. Вы оба можете идти. Он бросает на вас непонимающий взгляд. Ты хочешь сказать, что все улажено просто так? Ну, я не собираюсь ждать здесь, пока ты передумаешь. Пока и спасибо. Я даже знать не хочу, что тут происходит. Раз нам столько денег заплатили, легко деньги пришли. Почему? Легко пришло, легко ушло, правда? Так. О-о-о. Я уже знаю, конечно, что это за дом, потому что я говорю, квесты немного почитал про них. И побегал, попробовал сам выполнить. Не все, но вот такие вот, когда не хочется замораться. Кстати, Гровер, ты вернулся домой? Ты уже здоровый? Эй, это же мой любимый вымогатель! Все в порядке? Да, все в порядке. Теперь пошли. Как там? За хорошие дела всегда нужно платить, да? Сейчас пойдем платить. Что здесь? Ничего не появляется. Огнестрельное оружие ты так и не покупаешь еще.
ничего не изменилось. Ну, тебе надо следить за тобой. Я очень хочу броню. Куда-то не туда пошел. По-моему, это мне нужно идти на пристань. По-моему, это задание как раз угрей. То есть чувствуется здесь, что не хватает вариантов не только вот так вот в конце, а где-то и пораньше. То есть с Гровером. Почему я должен обязательно его бить? Почему там... Или и только запугать? Почему я не должен из него восприятием там вытащить информацию и тому подобное? То есть... Я надеюсь, он не очень долго, много должен. О том парне Гровере. Ты разобрался с ним? Заставил его заплатить. Вот деньги. Отдать ему 100 стигийских монет. Ну, сумма нормальная, но терпима. Отлично, плевать на подробности. Только деньги имеют значение. Он хмыкает. Хорошая работа. Так что ты еще там хочешь, чтобы я сделал? Иди поговори с капитаном Бродриком там на пристани. Он перевозил для нас некий груз. Когда началось землетрясение, большая волна смыла кое-что из его лодки. Он думает, что знает, где груз могло прибить к берегу. Он отвезет тебя туда на поиски. Почему он не поищет его сам? Понятия не имею, несет какую-то чушь про проклятый остров. Ты знаешь, как какой-то суеверный народ. Хорошо, я сделаю это. Отлично, поговори с Бродриком, когда будешь готов. Так, это я попозже, это я отложу. Тоже читал там что-то о том, что нужно бегать в освещенной поверхности. А, у меня их 17 штук, или саму себя подсвечивал. Ну, не проверял, какие там враги. И... Ну, вряд ли там какие-то по-настоящему жесткие враги, потому что было бы странно. Там же вернуться, наверное, нельзя, если ты уже попрёт. Давайте сначала выполним в любом случае квесты, которые здесь внутри. Так, что я сделал? Так. Это мы ищем. С Фордом, кстати, будет долго длиться выполнение задания. А, Элвуд. Здесь одно сделали. Элвуд, да. Вот про Элвуда написали, что у него лазерный пистолет. Ну, это было, кстати, в чем проблема? Все это было написано для старой версии. Вроде бы сюда иду. Здесь проход есть. В игру постоянно вносят изменения, поэтому я надеюсь, некоторые квесты стоят получше. Ну, варианты появляются и тому подобное. Да, казино. Я, кстати, хочу закрыть эти двери. Которые я скрыл ради опыта. И тут у нас уже потребуют деньги за первый допуск в казино. Ладно, берите деньги, помогайте. И вот написано, что на первых трех уровнях с гранатами и тому подобное можно его завалить хотя бы сильно и получить лазерный пистолет с самого начала. Хотя, честно говоря, здесь есть чужие, если купить достаточно реально, не очень-то и долго на них нужно собирать, поэтому не знаю, зачем такие советы. Ну, теперь посмотрим, поговорим, что там у нее на самом деле есть. Диалога. Мужчина одарит вас озабоченным взглядом. А тебе чего надо? Ну, за него попробуем поговорить. Кто ты? Мистер, отвали. Удача улыбается тебе сегодня. Не лезь не в свое добавить в собачье дело. Ну, я знаю, что нужно убеждение, у нас оно прокачано, но мне интересно, что, есть ли другие варианты. Дай мне ключ-карту от твоего дома. Извини, парень, не по моей части. Ну, запугивания у меня нет. Так, убеждение. Привет, ты Элвит, кое-кто хочет пообщаться с тобой на улице. Скажи ему, что я занят. Она говорит, что это очень важно и что вы должны срочно увидеться. Она ждет у зеленого газового баллона возле бокового выхода. Она? Но кто она такая? Как она выглядит? Она мне не представилась, но видел бы ты, какой у нее круглый животик. Что? Что за живот? Он хватается за голову. Ладно, ладно, я иду. Иди. Так, по-моему, этого не было убеждения. Только добавили изменения. Наверное. Если вы еще добавили изменения, что я могу с ним поговорить, а не красть и убивать. Потому что красть я не могу, убивать, конечно, могу, но это... Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, пожадничали. Ладно. На. Попутал меня сработало, никуда не убежишь, поэтому сразу можно делать тебе крит.
Ой, приятные криты за 200 постоянно. Я в прошлом видео ошибся, там не 180 было, а 202 урон. Ну, нас никто не видит. Фух, а он выбежал так прямо. А, уже если мертвый, не имеет значения, да? Ну, сейчас проверю, зайду, сейчас сохраняться не буду. Диковинка, эмблема утильщиков. Вот один из утильщиков. Хорошо, кость. Тоже диковинка. Допуск. Пистолет 11-28, соколик 600. Ну, неплохо так, а лазерного пистолета я не вижу. Так, проверим, или ребята не обозились за то, что я клиента убил. Кажется, они вышли и увидели меня уже позже. Вот ты меня увидел. Никаких проблем, да? Ну хорошо, будем считать, что все хорошо. Не должны видеть они, потому что мне объяснил зритель, если вот пирамидка, контролируемая зона, убью, на меня ополчатся все, кто здесь. А стоп, что получается? Утильщика заказал утильщик? Молодцы. Как интересно. Ну, все так мало весит, что пусть будет. Когда-нибудь все равно качну. Тем более мне позволяет это сделать. Ничего себе, такой бы поезд для лазерного оружия. Почитайте, 25 урона повышает химическому пистолету. Ничего себе. Он и так силен этой своей площадной атакой. Там есть на ютубе видео. Бил под него. А ему еще такие бонусы отваливают. Так, ну. Ладно, не думаю, что так быстро поменялось. Сэкономим время, пойдем. Пойдем. Утильщика. Боссу утильщика, который заказал своего. Да отстаньте, подчиненного. Это когда-то Фокс хотел сделать свой Fallout с блэкджеками и шлюхами. И уже начал делать очень неплохо. Вот. Шакал называется. Только он выбрал, что вы играете за члена рейдеров Шакала. И мне это сразу очень не понравилось. Игра нормально, так у меня получалось. Пару, две локации, по-моему, сделал. Так, я достал ключ Элвуда, дать ему ключ карты. Очень хорошо. И что с Элвудом? Боюсь, мне пришлось прикончить его. Какая жалость, я надеялся когда-нибудь сделать это сам, но не важно. Значит, вот что тебе нужно сделать дальше. Иди в переулок к северу от бара и найди дом Элвуда. Его трудно пропустить, он там один с приличными стенами и электронным замком. Мне нужно, чтобы ты достал кое-что оттуда. И что это такое? Мне нужно, чтобы ты нашел такую штуку в форме диска. Странно размещаться проникновением в чужой дом после того, как вы убили хозяина. Он темно-зеленого цвета с шероховатой поверхностью, сделанный из чего-то, что не совсем камень и не совсем металл. И вот именно с Элвудом не мешало бы все-таки, говорю, добавить вариант разговорнику как-то получить ключ. Потому что здесь то есть, только по итогу остается убийство и кража. Все эти запугивания и тому подобное не имеют значения. Все равно убийство и кража. То есть только два У. Убить, украсть, уговорить нет. Так, мне нужно найти такую штуку в форме диска, она темно-зеленого цвета, широковатая поверхность, сделана из чего-то, не совсем камень, не совсем металл. Его довольно трудно писать, но ты узнаешь его, когда найдешь, поверь мне. Хорошо, я найду. Так, ладно, но после этого я получу доступ к складу А, верно? Даю слово, удачной охоты. И еще кое-что, насколько я слышал, Элвуд хорошо умел общаться с минами, так что смотри, куда вступаешь. Вот и уровень. И да, кстати, что-то хотел рассказать и уже забыл. А, про Фокса. И он там идею взял, еще раз говорю, что главный герой это не избранный там без его предыстории там. Ну, избранный может из племени, может, да, и где-то из убежища. А там он именно член этой рейдерской банды. Ну и сразу возникает вопрос, как вы можете отыгрывать там моральные какие-то выборы, если он изначально жил, ну, может быть, среди людоедов, каннибалов, убийц, там не может быть никаких моральных высоких ценностей.
То есть с волками жить, по-волчьи жить. Он пытался там уже ввести, что он какой-то там шпион, там долго работал, жился. Опять же, у вас не будет никаких выборов. Шпион ради выполнения миссии в говне искупается, так сказать, чтобы его приняли за своего. Плюс шакалы по-любому повяжут его кровью. То есть у вас, получается, все квесты, самое главное, у вас нет песочницы, вас заставят выполнять вот как на свалке. Да? Здесь квесты – это грязь одна же житейская, так и там. Ну, переписывался с ним, обсуждали мы этот момент, а потом понял, что один человек не потянет, и все закончилось. Так, я вот вспомнил. То есть, отправную точку сюжета игры тоже нужно постараться выбрать. Лучше всего, чтобы вас не загоняли в рамки сильно злого персонажа или сильно хорошего, чтобы вы могли, в принципе, отыгрывать, как вам больше нравится. Вот так вот. А если вы играете каким-то действительно рейдером, выходцем из этой сети, грязи, и вдруг ему дают возможности быть высокоморальным, хорошим, там что-то не делать, кого-то пожалеть или еще что-то, ну это же не логично. Каннибал, который всю жизнь каннибал, даже если вы объясните, что это плохо, он все равно помнит вкус плоти человечества и человека, и если его прижмет, он все равно сожрет. Опять. Оно у него не на уровне рефлексов, что этого делать нельзя. 60. У меня, по-моему, 60 нет. И теперь юзать. Хороший ножичек. И что ж там так дорого? Не гранат. Не знаю, зачем так дорого. В смысле, так сильно прятать за таким крепким замком. Ой, как мне нравится восприятие в плане этих ловушек. Это классно, так. Давно не сохранялся, чик. Иди сюда, робот. Кстати, робота тоже можно опутывать, но можно в конце его, если что. Опутать или стрелять, мы пытаемся убить сразу. Плазма, брони у нее против нее нет, и урон крупный. Отлично. Дорого, конечно, по патронам, но нормально. Ой, не успел, да? И сейчас бегутся все. Ай-яй-яй, это жадность моя. Это моя жадность. Они двери, кстати, не умеют открывать, так что я могу все исправить. Ждем. Сейчас все закроется. Три хода, по-моему. Два. Отлично. И, кстати, я уровень не раскидал. Тяжелый выбор. Вот, кстати, хакинг часто требуется 60, но это жалко в него вкладываться. И вот эта штука нужна 5, если захочу брать перк. Ну, на стелс я не надеюсь. Можно потерпеть. Все вот это тоже, мне кажется, не очень нам нужно. Ну, локпик я хотел бы прокачать так, чтобы с этими двумя вещами, что у меня есть, я имел 100. Интересно, замки выше 100 есть? Откуда? Конечно, и метать хочется. Получишь. И хакин уже 60 встречается часто. А, подождите, у меня есть улучшенная версия эта. Так что вот, ее возьму и будет 60. Лакпик. Вот этого всего хватает пока. Я думаю, еще один уровень наберу. Поэтому, наверное, вложусь, потому что здесь, конечно, советовал. Я сам так делал, держал уровень долго и носил, таскал его с собой. Но, честно сказать, слишком много чего нужно сделать.
прежде чем я буду что-то знать о том, куда и что раскидать. Так, на это все мы забили. Пистолеты собираем и ладно. Давайте боевую поставь скачать, потому что что-то мне... Так. Да, стелс все-таки поднимем. Здесь мы с помощью этой штуки выкрутимся. Локпик. Ах, было бы 68, было бы идеально. А вот 68. Плюс 12, это будет 80. По-моему, можем одну дверь взять. Или сделать сразу же 90 и забить об этом. Тогда можно и дома открыть дверь. Здесь есть пару дверей. Понятно, что можно сэкономить, но... Вообще нужно вот качать только вот это вот. И, кстати, нужно этим заняться. Причем нужно так его качать, чтобы оно переросло и давало бонус сюда. Ну. Да. Нам же нужно 70 получить в какой-то момент. Или сюда вкачать, я открытую дверь за 90. Но я не думаю, что это стоит. Что это стоит того. Ладно, ошибся, значит ошибся. Придется искать уровень где-то. Видите. Все. Сохраняюсь и забываю. Что вышло, то вышло. Так. Не отъезжай. Не надо. Вот хорошо. У ворота нет. Броня ваша не работает. Один выстрел, один труп. Приятно. И вот для чего зритель спрашивал, что же дает скрытность, толку от нее никакого, урон выше, если стрелять из скрытности, будет ли выше урон. Там, по-моему, есть перки, которые дают возможность делать такой крутой выстрел, но... Так-то этого нет. А вот и фактор 160, ну я не его имел в виду. И его можно обойти. Так, мы пошли робота достанем. У меня еще один выстрел, как раз на один выстрел. Если что, лазером добьем. Так. Да, роботы перестали стать проблемой. А, то, наверное, больше, да, не хватает уже. Ну, нет, так нет. У меня есть еще эта штука. Электрошокер. Тоже крит прошел. Весело. Там столько выстрелов, что по-любому мы его убьем. И очень мне нравятся роботы. Они с них очень хорошие эти остатки выпадают. Так, я понял. Все равно на людей с оружием хорошо. Ну, только не против этих с уворотами. С уворотами они неприятные. Ребята. Сплошные вентиляции, а мы проверяем, получится ли та хитрость, о которой я говорил. Вот у меня есть крутой аппарат, плюс 5. Не понял, я его не купил, этот крутой аппарат. Они одинаковы. А, вот он. Ёшкин кот. Это просто он дублируется. Один в иконке, другой в инвентаре. Напугали меня. Нужно к Джонасу сбегать. Прикупить батареек на 30% дешевле.
А, он дороже жрет на вскрытие. То есть не можно воспользоваться, но постоянно не нужно. Опыт получили. От тебя отказались, вернулись к более дешевому. Пошли. Вентиляцию потом проверим. О, это я зря поспешил, мог на нее наступить. Кстати, нужно подходить везде поближе. Мы уже определили, что есть вещи, которые вы увидите только если подойдете близко. Нет мин? Странно дверь, да? Закрывать на 60 хакерство, если с другой стороны дверь есть. Все, ужасный мир это билд. Да, нравится мне восприятие. Так что если бы даже делал билд, я делал бы опять его. Так, мины я разминировать не могу. Правильно? Правильно. Ну, может мины можно подорвать. Так, сейчас будут эксперименты, поэтому я сохранюсь, если что, загружусь. Этих гранат просто больше, я хотел бы ими попытаться. Но, может, они не могут этого взять, может, нужны осколки. Этого я не знаю. Все работает, и, кстати, как... А, эта мина взорвала, задела это, я понял. Я хотел спросить, как это получилось, непонятно. Все понятно. Все. Получили доступ, замок на 40. Кстати, на следующем уровне надо подумать, что брать, нас опять будет. Что-то изменили, нет у него лазерного пистолета ни на трупе, ни у него дома. У него есть плазменный, вроде как лучше моего, но... А, нет. Хотя, почему нет? Было бы 60 емкость, да, мой был бы лучше, а так пусть будет 48, какая разница, все равно я две батарейки не заряжаю. Зато урон побольше, 38-60 на 38-58. Пусть будет. Почему нет? Так, а это что за штука он хочет? Таинственный диск темно-зеленого цвета, размера примерно с тарелку, по поверхности шероховато, но в то же время приятно на ощупь. Он выглядит так, будто сделан из камня или металла, но вопреки этому он совсем не холодный и на удивление легкий. Ладно. На редкость иметь меня. Интересуемся, да, покажу вам. Вентиляция, ну что-то мне подсказывает, что нечего смотреть. Ничего интересного не будет, они нужны только для обхода роботов или закрытых дверей, может. Да, все вижу то же самое, что так. А вот, кстати, куда-то далеко пошла вентиляция, может что-то найду такое? А, нет, то же самое. Да, и точно такая же коробка, никому не нужна тебе. Стоп, я уже здесь выйду. Да. Ну ладно, засвечу. Ничего. Да, дверь можно обойти. Так, мину обойти аккуратно. Хорошо получилось. Получаем доступ. Ну, что-то... Зрители меня пугали, что там жесткие враги. Я помню. Мутанты, псы. И на форумах читал, что самый несбалансированный тяжелый момент, когда часто могут провалиться, ну, плохие билды, понятно, не боевые, а имеется в виду боевой билд, который делают под доминацию, что он мощный только в конце. И вот в этом месте этим билдам всем очень... Да, кстати, он тут где-то внизу. Очень тяжело его проходить. Ну, как тяжело? Шероховатости появляется. Так, я нашел диск, вот возьми.
Ха-ха, я знал, что у тебя получится хорошая работа. Я скажу охранникам, что тебе можно пройти на старый склад А. Просто иди через заднюю дверь в штабе и поверни направо. Мне бы пригодился человек про тебя для еще одного дела. Если тебе интересно, зайди ко мне попозже. Позже. Да, позже. Спешить с выполнением задания нельзя. Я хочу... Не знаю, какое задание уже отменяет ветку конкурентов. Это нужно аккуратно. Кстати. Что, радиоопыт открыть? Не пожалеть энергию? Ну, я по-любому, наверное, сбегу домой скоро. Ну, 80 опыта неплохо. Так, он любит атаковать часто. Не буду зайти, пойду нормально. Если действительно кто-то захочет атаковать, так. Грибы. О, у меня 80 со всеми этими самыми. Где там те двери на 80? Или они здесь? Где мне показалось? Сейчас проверим. Так, твои квесты я пока не хочу. Так, ну и вот выход. Да, проверяем, не появится что-то от восприятия. Выход в страшную зону А. Глянуть можно? Проходить сегодня не хочу. Что-то мне подсказывает, что тут уже придется мне использовать... как его? Ой, собак я ненавижу, они издалека видят. Использовать уже капканы, как я мог вспомнить. Врага нет. Тут и так можно всяких вещей интересных набрать на продажу. Ух ты, что такое новое? Бутерброд. Ой, господи. Максимальное здоровье на 20. Ни о чем. Так, сохранимся, потому что здесь можно нарваться, наверное, на сильного врага. И отлететь. Так, восприятие мне все больше и больше нравится. То есть благодаря восприятию вы обнаруживаете без прокачки ловушек умения. Ай, поспешил. Заговорился. А странно, что он определил сначала дальние. Где ты стоишь? То есть обнаружил там, 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 а потом только у себя под ногами. Это, кстати, скрипт коряво написан. Он как бы мины обнаруживает по одной. Видите? Он не может их засветить сразу. Где-то еще было. Вот она. А я придется гранату потратить. Ой, а если гранату потратить, не сбегутся ли сюда? Нехорошие зверушки. Поэтому, наверное, сначала походим, посмотрим где-то что и как, потом подумаем. О, батарейки. О, мне уже нравится эта зона. Сюда этих мутантов заманивать было бы круто, правда? На эти же мины. Это не подсказывает, что не стоит дальше идти. Там собаки меня заметят. Ну пойдем поглядим, поглядим. Где враги? Ловушка, понятно. А, здесь такие ловушки, что уже пройти не дают. Уже перебор. Кстати, сколько времени завтра на работу? Еще есть полчаса минимум. Видео будет покороче, а может
Заиграюсь. Так, здесь прохода нет. Вот тут непонятно, есть проход по диагонали или нет. Сохранюсь. Ага, есть. А, он, кстати, не ходит по диагонали, персонаж. Так что... Хорошо, что там была угловая клетка, а так было бы все очень плохо. Так, делаем большие паузы, потому что мы видели, что происходит. Автотурель ко мне плохо относится. Изначально. Сохранимся, я не знаю дальность ее действия. Как далеко она меня будет видеть. Нужно за угол туда и к двери. Прикольно. Я говорю, не. Вообще как-то странно, автотурель, глаз обычно у нее над головой белый, который показывает, что ей по барабану наша скрытность, а здесь мне непонятно. Здесь как бы можно. Нет, нельзя, глаз белый. Ну, я могу вот так пробежать, и она должна успокоиться. Если все враги, конечно, не кинутся сюда. Нет, не кинулись. Все, в следующий раз это нужно делать с этим. Ну, вы поняли, пробежать с ходами. Что, вот так просто можно зайти? И никого нет? О, только здесь, кстати, даже мины нет. Нафиг мины. Интересно, а турель будет стрелять? Всех этих, кто населяет тут. Собак, там еще кого-то сюда выманить. Наверное, нет. Так. Мне кажется, я уже насобирал на ремонтный набор, да. С этими вместе с роботами. Хоть боюсь сохраниться, я не делал нормальный сын. Ну ладно, сохранюсь, если что, буду мучаться. Может, так игра закончится из-за этого. Секретный проход. Ничего себе. Так, мне кажется, уже можно возвращаться домой, поторговать там. Пойти сбегать на южную базу. О! Граната номер 2. Что она делает? Да, был бы пояс на все эти ячейки, было бы покруче, спокойнее чувствовал себя. Так-то ее использовать не хочется, такую гранату, но... Так, вот, ты один там? Один. Тогда мы бежим. Оп! Ой, все двери открыты, сейчас начнут сбегаться уроды всякие. У меня подозрение, надо было закрыть. Проверим. Нет. Никто не среагировал. Но двери нужно закрывать за собой, конечно. Так, канистры из-под мутагена. Похоже, в этой канистре держали мутагенное вещество. О, терминал охраны. Нельзя ли натравить турели на всех, кроме меня? Охороны. Вот они. Собаки кислотные. Можно, кстати. Я так думаю, для этого тут так все и продумано. Но боюсь, что собаки разберутся с турелями быстро. Ну зачем я качал хакинг? Зло. Попытаться получить уровень доступа 1. Успешно. Продолжим. Ну а давайте 2. Я хочу знать, что там. Попытаться уровень 2. Успешно. Продолжим. Безопасность. Просто открываю двери. А турели нельзя? Или это нужно было на первом уровне попытаться? Турели нельзя заставить работать на себя. Ну пошли глянем. Что за секретными дверями?
А, интересно. То есть я прошел ой, собаки. Я помню, что собаки лучше замечают скрытых, чем обычные зверушки. Мины гаски. Очень их боюсь. Глянем, что за поворотом, но мне кажется, нужно возвращаться. Потом подумать о том, как сражаться с тварями всякими. А, они не так-то и видят. Ну давайте я один раз умру, я просто хочу увидеть, насколько они мощные эти псины. Смогу выстрелить один раз? Смогу, давайте. Смогу ли я за один выстрел собачку уничтожить? Куда ты делась? Зачем я бой открыл, если тебя не видно? У вас тут две. Вторая где-то за углом. Так. А, я не выиграл. Я не выиграл этот самый. Тоже у ворот есть. Да вы задрали меня. Но надо гарантировать хотя бы на одну тварь. Ой, я не взял эту самую. Электрошокер не взял. Ладно, суть не в этом. Я не собирался с вами сражаться, я хотел проверить, какой урон дается по вам. Умираете ли с одного выстрела? Почти. Не выглядят они как-то сильными, но, наверное, они сильные, когда набегают всей толпой. Что, мне ходов не хватает? 8 ходов. Эй! Терпим и смотрим, будут ли они сбегать. А, последствия сильны очень в дальнейшем. Или это надо сбежать было с этой штуки? Прицельного выстрела у меня нет. Кстати, что интересно, никто не бежит с нами разбираться. Пять. У меня 17. А что так будет только два выстрела? Можно 5 отсюда, останется 12, потом скоростной выстрел еще один. Ну, два выстрела не появится. Ладно. Да. Нет смысла перекручивать. Или я переживу. А, она может умереть от кровоизлияния. Попробуем отойти. А, кислота вас удерживает. Опутывание кислотой. Что за бред? Я понял, в чем сложность. Да умрите, гадина. Я понял, в чем сложность. Так, кислота закончилась. Вроде пережил, но твари жесткие. Твари жесткие, согласен. А опыта хоть много дают? Да, вроде много. Да, принимать урон в лицо не стоит.
все же тут с собаками нужно было всего не повешать им всякие гадости, пусть они набегали бы, а потом и добивать. Ну, испытали, проверили, поняли. Хорошо, что мы накопили уже всего этого лечебного. Да, бои будут интересно, весело. Ну, уже с плазмой, уже понятно, что с ней промажем, как всегда, все вернется на круги своя, полная рулетка. Но сейчас нормально. То есть уже хоть можно какую-то тактику продумывать, которая более-менее, как бы это правильно сказать, более надежна. Не значит, что у вас что-то получится, но... О, кстати, это же из этих собак потом можно сделать из этих шкур защиту. А, то там яд. Там яд. А, кислота. Чем магически стреляет? Ядом? Перегружен. Придется уже переходить на пояс, вообще лучше уходить, конечно. А, можно поразбирать. А, 2000. А что такие дорогие? Потому что чуть-чуть даете. Так, куда вы прете ко мне? А что, зайти как бы некуда? Идиотское решение. Собака меня найдет, пока я здесь. Стоп. Ножи мне не нужны, точно. А, может кто-то купит, я не знаю, но... Что здесь тяжелое, подобрал? Шкуры. Здесь я могу сразу крафтить что-то. Ой, какая... А, не могу. Вот для чего я уровень растратил, не сделал. Придется уровень копить, да? Сердца, бессмысленные штуки, это я помню. Кишечник. Это может пригодиться. Так. Нужная вещь, но пока... Вещь все равно не пропадает, насколько я помню. Короче, крути, не крути, легче пояс одеть и валить отсюда. Так и сделаю. Все, пошли отсюда. Шокера не взял, это было неправильно, конечно. Они по две, так что, в принципе, можно с ними сражаться. А, нет, это камера, да, по две. По две, да еще в дверях. Хотя нет, тогда вторая будет плеваться. Честно говоря, иногда... Стоп. А, надо на первую дверь. Фу, я испугался, что только в одну сторону работает. Так, пошли на выход, посмотрим, что там обновилось. Бегаем на южную станцию, может быть, продадим. И жаль, что турели нельзя на них натравить. О, кстати, турели. Турели. Она меня уже видит, хотя я ее нет. А подождите, я не выйду отсюда. Сейчас турель начнет по мне мочить. Не можешь по мне стрелять, да? Спасибо. Значит, продумали. Дали возможность выйти отсюда. Сколько у меня там? 152, да, не стоит за трупом тем охотиться. Пошли на выход. Ну, честно говоря, мне нравятся вот эти вот сталкерские похождения. Ну, это, наверное, в первый раз так оно все захватывающе. Потом уже видите недостатки. Так, а здесь шуметь, наверное, не стоит, потому что сразу прибегут друзья-товарищи. Фух, это страшно. Помнить, что герой не умеет ходить по диагонали, это очень опасная вещь. Шли на выход. Да, нужно будет здесь всех убивать. Да, опыт, кстати, набирается очень просто, так что ничего страшного. Все мы прокачаем. Отлично. Опять у меня хорошее ощущение от игры, прямо как первый раз играю в Fallout. Пока нет боев, которые раздражают тем, что вам нужно дождаться, чтобы вам выпали
везучие броски костей. Так, где-то я хожу, что-то знакомое, но не могу понять. А, все, вспомнил. Пошли этих торговцев проверим, потом побежим к себе на станцию, там проверим. Если нигде ничего, то... Так, Рим, некая там еда была мне не нужная. Может, ты меня заберешь? Вот. Все остальное я и сам съем. Она еще и дорогая. Так. Где-то ниже еще торговцы есть. А ты все по моим батарейкам. Кевлар 30. Но кевлар, кстати, заменяет ткань, поэтому я мало в нем смысла вижу. Потом, когда будет качество очень большое, потому что что у вас 100 защита к пулям, что кевлар дает еще 17, по-моему, лучше иметь у вашей брони стелс. Подкладка есть у меня хоть какая-то. Сейчас-то не хватает. Это для штурмовой брони, да? Даже тяжелее железа, наверное, смысла в них нет. Нет. Мне нужна баллистическая панель какая-то, легкая и крепкая. Ух ты, какой хитрый, шкурки захотел, нет. Ну вот сетки я куплю, наверное, у тебя. Против собак, наверное, использовать бессмысленно. Вы теряете 10 ЦД ради повышенного урона. И можете, и собака может вернуться, это такой не очень четкий вариант. Кстати, он ножи покупает. Без проблем, лучше нож продать, чем его разбирать. Пояс я тебе не дам. Стрелы. Шкуры не дам. Что-то мне подсказывает, что даже обычная броня из них. О! А из этого я могу сделать, сейчас все выясню. А вот на ножи эту гадость не хочешь покупать. Может самому ножи уже делать. Неметательный. Ладно, мы уже убедились, что на крафтинге тут сильно не заработаешь. Ну, на сложности, наверное, это на обычном сложности нормально. Так 50% режется цена, поэтому если уж так крафтить, тогда, когда появились вещи дорогие. Так, о, у тебя прошло обновление. Есть ли какая-то броня, которая мне понравится? Кстати, видел вот такую броню, в ней видео бегал, и у нее было сопротивление, как у моей, из чего же она была сделана, представляете, то есть вот 18.7, но без этих штрафов, штраф только 10. Какое качество изначально было компонентов, так. Ты согласен покупать все подряд, хорошо, что не разобрал здесь ничего. Давай. Это на крафт. Метательные никому не нужны. Ты, кстати, уже и оружие хочешь покупать. Хорошо. Давайте сначала покрафчу броню. Кислота 30%. Это уже интересно. Но мне нужно проверить, нет у меня баллистической панели, я же там еще взял, купил еще одну какую-то штуку там.
против любых биологических, тогда сделать из этого ботинки. Кстати, насчет ботинков. Обязательно подкладка должна быть, да? Понял, пора смотреть у нас сюда. Чтобы что-то выяснить. Плотная подкладка. Вот. От биологических опасных. Доходит кислота или это именно какие-то там еще будут опасные вещи другие. Ладно. Видео скоро надо заканчивать, а я тут изучаю. 58, у меня еще не было такой качества, у нас не было 54. Всего лишь 2% осид. Да, но у меня Intimidation 5 и 5 смазки. Уже 15, может кого-то даже, ну хотя вряд ли, здесь уже чеки по 30 и убеждения, наверное, я не думаю, что за кубе не меньше. Так что ничего мне нет смысла в этом. Так, ладно, этот момент я оставлю, мне зрители все расскажут, чтобы я зря не растратил вещи, поэтому то, что может пригодиться, уходит сюда. Морганы надо кому-то впихнуть все-таки. А, я хотел продать, да. Так, один не мой пистолет. 11.28.600. А у меня ЛС. Тогда я продаю не глядя. А, тогда мне нужно оружие брать. Под подороже какое-то. В оружии ограничен. Так, а кожаной броней не заинтересуется. Идем глянем. Именно штурмовой доспех ты хочешь, да? А я ботинки могу сделать. Мне шкура не нужна. Крыса-волка. Ты подкладку хочешь? Ладно, у тебя продается подкладка, так что... Блин, надо еще это взять. Есть ли выгода в этом, что я делаю, я не знаю. Подкладку покупать... Ой, нет, такое качество подкладки крутое. Я понял. Нет, подкладку покупать бессмысленно. Все, торгуем только тем, что у нас есть. Пистолет чинить стоит ли этот на 600? По-моему, один раз стоит. Вот, ну и цена. 1400. 1900 не стоит. Даже меньше заработал, чем потерял. Ну ладно, что поделаешь. Будем грамотными. Ну, если считать, что я ремнобор собрал, тогда типа стоит. Но я-то его не собрал. Ну, в смысле, купил перед этим, так что один собрал, остальные купил. Так. А что ты даешь за... А ничего такого. Чтобы было смысл шить и продавать. Да, еще вот эти штуки забыл. Ну все, давай. Неплохо. Очень неплохо. Так, сделаем лишнее.
А у нас есть ствол. Так, эту штуку может кто-то заберет. Органы, там есть химик по органам. Поэтому еще посмотрим. Потом, конечно, не забыть. О! А, навык требуется. Все, забыли. Забыли. О! Один кожаный доспех. Я хорошо зашел. Да, когда торговцев много, нужно было сюда, точно. Если буду куда-то переигрывать, сразу пробиваемся на свалку, всю торговлю здесь, и все будет намного легче, вещи крутые попадутся сразу. Продажи. Типа той же брони, которая легче без штрафа со стелсом, и такая же, как моя. Это нужно было купить. Я беру бы на одну клетку больше. Что-то не подумал. А, это вне видео было. Или видео, не помню. Ну, нет, так нет. А ты ничего не хочешь? Арбалеты тебя не интересуют, да? Есть кевлар у тебя. Энергетическое оружие, да. Не имеет качества на раме. Тут ужасное качество. Вот. Кстати, качество неплохое. Нужно взять на штурмовой плащ. Ничего себе уже качество появляется ткань. Подкладки такие интересные уже. Тут просто плотно. Ой, 59. А я уровень получил, и теперь у торговцев вещи покруче. И уже нужно, если хочется вам потянуть пошив. Сколько там? 42. Значит, пошив нужен для того уже 50. Если захочется его, конечно, брать. Нет, пока не хочу. Хорошо, и пошли к химику еще, потом бежим домой. Жучков по дороге постреляем и все. Да, и опыт идет вообще со страшной силой. Кстати, что моя скрытность? По барабану, видите вы все. Так, обыватель свалки. Привет, у Абрама есть для тебя дело. Скучать не придется, он ждет тебя в пещере к западу от ворот свалки. Будет опасно, так что если идешь, подготовься. Что еще за дело? Это все, что я знаю. Спасибо за информацию. Так. А, чуть не забыл самого главного нашего торговца. О, давайте сохранимся. Что ж ты там мне дашь? Электрошокова мне не хватает, очень страшно. Не дал. Ничего у тебя не появилось крутого, к сожалению. Эта штука хорошая, это, по-моему, с помощью нее крадущихся этих краудеров определять. Ой, подождите, при экипировке урона специальных атак. А урон, не крит. Ладно. 15 тысяч долларов. Вот, лучше 8% крита железно получить. Так, а что ты хочешь мне купить? Да, болты я делать не буду, это я сам купил. Пистолет, это ты согласен покупать. Правда, цену даешь ужасную. Ну, продам. Что делать? Так, ты сколько? 10. Продам. О, деньги начали расти. Что дороже? 250, 150, видишь? Так, линзы точно буду покупать, если что, лучшего качества. Круто. А
найти не хочешь, да, очки покупать? Ну-ка. Не хочешь. Ладно. Да, я хотел бы 8%. Кажется, 3%, но иногда эти 3% это означает, выживет ваш герой или нет. Чертежа энергетического щита нет, чтоб я уже знал, что и как. Можно, кстати, шокер пересобрать, что у него меняется. Урон только и емкость. Шанс оглушить меняется или нет? Потому что на самом шокере я не видел этой надписи. Да, ничего не сказано. Так, 8% крита. Давайте мне 8% крита. Отлично. И пошли к химику. Да, когда куча торговцев, все хороши, нужно между ними постоянно бегать. О, и по органам, сколько ты их хочешь? 5 штук, отлично. А железа зачем мне? Кстати, все достаточно дешево. Какая разница, все равно главное продал. Так. Этого у тебя нет. У тебя все пси или химия, к сожалению. Кстати, я могу химический пистолет взять. Без ничего толку с него есть или нет? Может, он может опутывать? Это не деньги, в принципе. Давайте возьмем. О, еще так химический... А, он, наверное, потребует химии, чтобы его произвести. Ладно, куплю просто, что было. Ясно. Видео затягивается, мне еще нужно сбегать в южные врата. Ну, главное, что энергетическое оружие тоже покупают у нас иногда. Я уже боялся, что не будет никогда покупки. Так, еще раз гляну. Патроны тебя не интересуют и все. А, вот, баллистическую панель я притащил. Кстати, качество ее. 41, неплохое. Так. Очки почти ничего не весят. Да, белый грузин. Тобой я не... Подожди, ты заряженный получается? А, ты 9-миллиметровый. Что 12, так много у меня. Тяжелая нагрузка будет. Ну, может, дома кто купит. Да, все вещи тяжелые. Нет, 0,5. А, вот. Ладно, купят, может, на станции. Может, и не купят. А может, не стоит мне уже бегать кругами? Может, уже платить эту пошлину? Сколько, кто знает. По-моему, 10 хоронов. Мне кажется, уже беготней можно не заниматься. Здесь доходы с депо А больше. А, вот. Ой, он еще и может отправить нас на миссию. Нет, я не на миссию хочу. Я хочу домой. А, есть, я мог попасть. Ну давай, ладно. Назад-то я буду уже плыть за тугрики бумажные. Ой.
Кстати, мне нужно там, где я бегал, еще проверить пару локаций. Я до конца не дошел. Так, наконец-то от Джонасона проверим. Может, хлам купит. Батарейки нужно покупать у нее по-любому, деньги не жалеть. Никто мне дешевле их не продаст. О! Уже на будущее вижу, есть смысл в батарейке, есть смысл. Ладно, все равно придется. Кувалда. Хроны есть. Давай сюда хроны и посмотрим, может тебе что-то понравится. О, у меня уже две. Да. И что, больше никакой мусор тебе не нравится? Ну, так нечестно. Ха-ха-ха. Ты их учитываешь в цене, хитер. Назад, может, вернемся и пробежимся. Это будет уже в следующем видео. Так, 227, я думаю, что... Не? Дороже? О! Все, батарейками я на ближайшее будущее обеспечен. Идемте, может, какой-то объектив умный найдем, тогда можно опять думать о новом плазменном пистолете. Не, наверное, лазерном, плазменном. А, кстати, плазменного не хватает всегда, чтобы с одного раза. Ну, подумаем. Так, я что-то здесь еще стал, по-моему, только компоненты химии оставился. А, сетки есть. Да, и всякое такое. А, вот еще есть. Да, остальное пусть валяется. Посмотрим. Уже согласен на зеленые тугрики. Если сюда буду возвращаться, то буду у дедушки хороны покупать и назад за тугрики возвращаться. Так, вдруг то что-то сгенерится крутое. Нет, как было плохое, так и осталось. Не меняется ничего. Жаль, очень жаль. Да, даже бальтийская пластина плохого качества. То есть смысл есть вам только продавать. Если вы чем-то заинтересуетесь у меня. О, а, нет, оружие продавать я точно не буду. Лучше продавать там сразу за хороны. Ты ничем не интересуешься. Можно доложить. Может, Танер хочет услышать, что я верные документы доставил? Нет, им по барабану. О, двери. Двери. Которые я до этого не мог открыть. Есть. А ты, кстати, с едой. Оп. Весело звучит, но я пока не очень от этого завишу. Вот я хотел вот такие штуки у тебя, чтобы были, нет вот таких. Так, пошли, у меня есть 80 хакинг. Ну, по-моему, здесь 90, не помню, сколько здесь было, 80, ну... Глянем. Так, Вера, иди сюда. Я доставил документ. Отлично. Приятно знать, что я могу рассчитывать на вас. И все, опыта не дали, ничего не дали. Просто отчитался.
Так, как видели меня все, так и видят. Как от тебя избавиться? Так, а здесь просто мне нет возможности, пока нет этого устройства. А, почему нет? Нет, здесь просто заперто. А здесь сразу увидят. Да. Вот они, ну тут 90. Это я не осилю. Да, 68 плюс 12, 80. Значит, 80 где-то там на свалке видел. Ну или ошибся, все может быть. Кстати, нет этой штуки, которая поможет квест выполнить, там истекает кровью клиф. Ладно же, расскажу. Не видя, хотел выполнить, и оказывается, что вы проходите чеку убеждения, но это не помогает ему выжить. А уже хочется, если делать, то делать идеально. Просто заперто. Жаль, очень жаль. Так, ну может у тебя есть даже низкокачественный умный прицел? Нет. Может уже тактические очки пытаться? Да, вряд ли я получу лучше, чем 8%. Да, как был здесь мусор, так и остался. Что-то дом не радует. Ты у меня покупал всегда что-то. Ой, молодец, только ты эти мусоры покупаешь постоянно. И дороже. Так, и ремкомплект у меня дома еще есть. Пневматический молоток. Да, вот сюда нужно бегать ради вот этого только. Ремкомплекта 2, у меня один пока. Такой, что можно продать. Боевой нож. Переводить. Ладно, захочу там купить. Фу-фу-фу. Значит, двери на 80 не здесь, да? О, я забыл, что ты все эти специальные болты покупаешь всегда. О как! А вы меня уже не видите. Неужто я могу уже красть? Угу. Перерос наконец-то я. Нужно еще раз тогда внимательно все пробежать. А ты мне не нравишься. Чего ты сюда приперся?
непосредственно при процессе сюда я могу туда перебраться. Только зачем мне этот твой озерный маг? О как! А почему? Только что не видели. А, наверное, если один видит, то видят все. Нужно, чтобы Логан ушел. Или как? Так, ты ушел. Странно, это какой-то глюк был или что? Или я зашел со скрытностью? Как в Fallout, заходишь из-за двери и... Да, действительно. Эх, не успею, понятно. Сейчас все равно заберу там все. Главное, чтобы Логан не подошел, а я сохранюсь. Пошел. Логан далеко, ты зеленый глаз. Нужно заходить с улицы. Быстрее, быстрее, быстрее! А, это уже во второй раз получится. Тогда, может, даже близость Логана не важна. Попер, проверим. Да, не важна. Наверное, 6 секунд для... Точно так же, как с дверями. Помните, я открыл дверь, 6 секунд ход еще не закончился, и сработало оно... Короче, ходы у меня отнялись тогда, когда я уже начал бой. Ну так я могу так все тогда обокрасть. Прикольно. Точно. Так, а туда я добежать смогу. Этот пуэтон глазастый парень. А, я мимо него еще иду, он быстро начинает засекать меня. Тогда я и дверь эти могу попытаться взломать. Так, это интересный момент. Давайте двери попытаемся. Но сначала надо выяснить, что там у дверей. А, заперто, а тут что? Шкура никакая. Вообще здесь нечего рисковать, тратить время. Где еще интересно было бы нам пощупать что-то. А, вот. Грибы 6 штук. Без проблем. Так. Далеко надо идти, не получится, скорее всего. Вперед. Да, далеко слишком. А, может, тут где-то? Главное, что ты меня не видел. Ой, бочка мешает. Хорошо. Придется теперь все этажи вниз проверить тот же самый вариант. А, там, кстати, можно попытаться это сделать и с этим, как его? С рабочим, который мешает. Если там будет выход из-за угла, то все прокатит. Просто заперто. Вот письменные столы нужно. Кто здесь где стоит? Письменный стол прямо возле с тобой. Давайте сначала проверим, вообще стоит ли это делать. Я же помню, здесь атакуют только если я пытаюсь забрать. Если просто смотрю. Давайте попробуем. Мне, конечно, вообще не нужно. Но интересно же, правда? Нет, Эзра очень глазастый. О!
тут ты близко. Так, фоллаутовская хитрость работает и здесь. Это интересно. Так, тут у кого-то что-то есть. Рано ничего, пошли. Ой, уже поздно ночь, а я уже увлекся. Меня часто больше увлекают вот такие вот исследования. Что можно в игре. Натворить хитрого, чем главное не брать, кстати, нечего. А тут не получится, ну глянуть могу, но забрать я не могу. Взлом замка это долго, у меня... Наверное, что-то интересное, но мне негде прятаться, чтобы забегать. Вот здесь могу. Наверное, нет смысла. Давайте посмотрим. Винты. Батарейка интересна, но... И это интересно, но... Я думаю, что не даст нам пройти на него. Почему бы не попробовать? Побежали. Дается, если близко, да? Тут что было? Батарейка? Не, ну если я буду рядом с ней проходить, у меня подозрение, что ничего не выйдет. А, вот тут он меня видел. Тут все пусто. Хорошо, ладно. Хотя сказать, что с камерой возможно тоже. Нет, невозможно, нужно взламывать. Ладно. А вот здесь возможно. Что хочет эта дверь? Ах, просто заперто тут. Как и в 110. Где найти такую точку? А вот она. Вот она. Никто не видит. А, хакер. Ну подождите, может он... Не очень глаза. Успеем или нет? Успеваем. Классно. Получил доступ туда. Так, я вот не знаю, сколько длится ход, поэтому выключаю невидимость, отключаю. Я не уверен, что он не против, чтобы мы зашли. Отлично. Ты меня видишь? А, кстати, дверь уже не красная после этого. Ах, вы жадины, больше ничего нет. Терминал. Так, из туалета получится, да? Да. А, дверь просто закрыта, невзламываемая. О! Неужто я смогу наконец-то попасть туда? Сколько? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дверь, конечно, глазастая. Давайте проверим. Почему думаю, что она глазастая? Поехали. Шанс есть, особенно если идти... А, тут нету прохода. Да. Нужно идти обязательно. Ну, давайте попробуем, мне просто интересно. Так, 75, это нужно раз, должно хватить, да? Нет, 68. Да, 75, можем попытаться, интересно же. Скорее всего, нигде здесь ничего интересного нет, но вот хочется.
чуть-чуть нужно увеличить скорость своего передвижения. Может, вот так вот сделать. Да сбрось броню. А, что, скрыть найти нельзя или что? А, она скрытность дает. Тут есть моя старая броня на скрытность. Штраф минимальный. Нигде нет ближе, к сожалению. Точки. Побежал, по идее, это должно быть теперь быстрее. Почему невозможно? Параметр 75, а ты мне говоришь невозможно. А, я хакерство включил. Фу ты! Так. Побежал. Заглянул. Так, наверное, сам факт открытия двери ее делает враждебной. Кстати, есть смысл стелс поднимать. По максимуму. Нужны вещи полные на стелс. Давайте тогда еще раз попробуем. Интересно же, сможем мы обмануть игру или нет. Видишь меня везде. Никто не видит. Хорошо, да. Почему у тебя же краснота быстрее или хакерство происходит быстрее? Кстати, а может лучшая отмычка нужна? Может, она быстрее работает? Так, я понял. Отмычка медленнее, чем хакинг. Наверное. Тут тоже есть разломы вещи. И я надеюсь, эти ребята не такие глазастые. Пробуем. Вообще никакие глазастые, просто так. Так, еще одна попыточка. Теперь забрать надо все. Не знаю, но что-то украл. Что я там украл? Болты, что ли? Да. Зачем они мне нужны, без понятия. Но весело. Так, оп. Побежал. Спасибо.
О, чертеж на халявку можно получить. Вот и боевой нож, который я хотел купить. Так, что еще тут было мне? Кстати, стеллажи-то я могу достать. Даже у нее. С чертежом. Прекрасно. Чертежи я люблю. Как же неудобно с этими клетками. Ужасно. Да, да, да. Что ты мне за чертеж дала? Уже известно, уже известно. Ну, неплохо на продажу. Так, а тут что у нас? Ух ты! Ух ты, какой пояс! А тут что у нас? Ничего. Ничего, значит, наша цель — пояс. Так. Сюда я не добегу, у меня подозрение. Да, не взломаю точно, двери не могу взломать. Но если я скорость передвижения увеличу, то все будет по-ее. О, хорошо. Ой-ой-ой, хотел сказать. Так, да, надо увеличить скорость. А, или ту штуку, которая ускорение дает при взломе, тоже хорошо. Тут просто закрыто. Жаль, очень жаль. Так, тут что-то подоставать можно. Тут обыватель будет мешать. Бессмысленно, но можно поглядеть, что там. Повезло. Вот ящик с хакерством меня прельщает. Не факт, что... Вот, подождите. Не факт, что... Что-то не сработало, что именно, я не понял. Слишком близко он сразу видит или как? Нет. Почти успеваю. Да. Или стелс больше, или быстрее бегать. Ну все, ясно. Следующий этаж. Ну, кстати, вначале больше смысла тут эти вещи делать. Некоторые, по крайней мере. Все нет, потому что тогда стелс очень низкий, у вас просто не получится. Но дальше... Почему нет? Ух ты! Я еще и Танера могу ограбить. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Танер! Ты очень удобная мишень. А, ты постоянно видишь. Все, я понял, у тебя белый глаз какой-то. Ай, жалко. Ай, жалко, такие вещи у тебя хорошие. Давай хоть посмотрю, что там еще есть. У тебя белый глаз, тебя никогда не выйдет украсить. Кстати. А там же есть пси-способность скрыться даже в бою. Тогда не нужно будет никуда прибегать. Пришел и забрал, и все. О! Сразу же продам вам. Почему? Я все это сделал, вы меня не видели. Не понял, как эта механика работает. Не понял. Ладно. Может, из-за того, что их много? Это зрители мне расскажут, знающие, почему с одним прокатывает, а если их много. Наверное, шанс... А, точно. Наверное, при самой краже рассчитывается шанс для каждого. И даже если у вас глаз зеленый, но их много, перед кем-то вы не прокидываете кость. Только так я вижу. Только такое объяснение вижу. А вот она дверь, да? Вот она.
А, здесь ты видишь. Вот гадская автотурель, а как тебя выключить вообще? Из Ренифейн. А, стеллажи я могу покрасить. По идее. Но тут опять их двое. Опять их двое. Где-то есть место, где у меня не видит? А нет. Еще камера гадская, то есть. Вот, надо учесть, чтобы и камеры, и все не смотрели сюда. Ага. Этот очень глазастый. Так. А вот здесь никого нет. А что, я уже не попаду? Тренировочно. А почему? Так. И там еще были вещи. На самом первом этаже были шкафы, которые я не мог открыть. Роман там смотрел, еще кто-то. Тоже можно попытаться. Автотурель я не обманул. А тут что? Просто заперто. Не очень нужны все эти вещи, но так интересно. Вот тут могу украсть, я думаю, если Роман не супер глазастый. Ну, давайте начнем проверять его с этой вещи. Побежали. Не глазастый. Отлично. Что еще? Ты закрытый. Вот я не уверен, что мы тебя осилим. Ой, взлом это долго. Давайте попробуем. Роман не показал себя. А, подождите, нужно так вот сделать. Не показал себя сильно глазастым. Успел. Прикольно. Что я там взял? Не посмотрел даже. Ух ты, вначале такую получить, а? А, не, 19.3-13.2, не очень. На 200% от пуль, да, вначале очень неплохо. Реально. А что ты, даже мне даже письменный стол свой покрасить? Ты так не быстро реагировал, честно говоря. Нет. Нет. Не успеваю. Но, по-моему, уже хорошо. Так. Вот такие хитрости, которые вы сами нашли, я люблю. Их нельзя сказать, что это обузы, что они вам игру форма сильно облегчают. Нашли, пользуйтесь, радуйтесь. А вот, к примеру, джет хавай. Тут негде спрятаться так, чтобы меня не видели, чтобы я смог. А-а-а. Ай-яй-яй-яй-яй. О, есть. Так, давай сначала проверим, что. Взлом замка. Ну, по-моему, эти страшные звери, охранники, на раз просекают. Нет. А, турель. Все, до свидания. Все. Кажется, больше я не знаю, что здесь можно... А, там еще есть этот... Господи, как я сегодня поздно лягу спать. Там еще есть вот этот... турелями. Не туда. Сюда.
На письменный стол не пускаешь. Взлом замка, да? Посмотрим, ну что-то мне кажется слишком близко к тебе. Ну если ты не глазастый, почему глазастый? Все, дедушка, живи спокойно. Еще к Джонасону сбегу и все. Да, видео затянул. Ой-ой-ой. Прямо как в цивилизацию, каждый ход еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. А уже некуда чуть-чуть. Уже некуда чуть-чуть. Так, кстати. Там 100 можно взломать. То есть, в смысле, тут взломать нельзя, а там, если 100 будем иметь уровень, то можно взломать. И, по-моему, возле Джонасона не было никаких сундуков, которые я не забрал. А, шкафчик есть. А, его можно спокойно. Грабить он ничего не имеет против. Так. Там награбил всякого мусора. Может, ты захочешь купить что-то? Нет. Нет, так нет. Все. Поздняя ночь. Очень интересно эти исследования. Не забыть еще Гетто Хакер 180 видео на самой Славке. Посмотреть, когда на Славку вернусь. Можно сразу вернуться, чтобы этим уже не заниматься. Неплохо сходил. Не, на тебе кредиты. Отлично. Хотя и тут могу многое такое творить. Спрятался за угол, выбежал, открыл. О, как весело. Вот, к примеру, попасть туда. А, не выйдет, потому что этот сразу закраснит нас, да? Ладно, не выйдет тут, где-то в другом месте найдем. Ну-ка, я тут наворовал всякого. Ты не хочешь ничего из этого. Пока мне не было, что-то произошло здесь, изменение какое-то, нет. А, здесь, наверное, у них уровень выше, они сразу будут. А, вот эту дверь я почти брал, кстати. Ну, он бегает быстрее, да? Я понял. А где же тогда можно испытать эту хитрость? Это моя стелсовая броня. Ее нужно оставить. Пока не сделаю себе лучше. В ней быстро можно подбежать. И украсть там, где обычно не пробьется. О, баллистическая панель, очень качественная. Ты еще пальцы подряд хочешь. Два огнестрельного оружия. Броню хочешь. На пояс согласен. Так, два огнестрельных оружия, сейчас я принесу. Так, можешь промывать плащ мои сами, если это неплохой.
Понял. У меня что, раз соколик есть тут? Да. Слышные соколики, два оружия. Так, и мы делаем тебя. Раз, два, три, четыре. Ну все, остальное не дам. О, броня. О, 19 на 8. И меньше штраф. Можно и взять. Свою продать. Да, и стелс больше. Так, сопротивление защиты от механического урона. Да? Вот такая броня тоже может быть. Кто-то я вам рассказывал. Да какой там крафт? Ходи вот так и даи. Всех этих. Девятнадцать, восемь. 28, 4. Ну вот то, что лет электричество она не защищает. Хотя, кто мне там электричество долбил? Никто не помнит. Стоит ли тратить деньги ради этой единички? Ну и за 100% она уже двоечка. А вот штраф брони меньше, это мне нравится. А давайте, куда мне эти деньги девать? Ты какая дорогая, кстати. Тогда у меня будет и та, и та броня, не страшно. И да, баллистический. Так. Кевлар хороший. Но все равно это будет там 19%, не больше. Так. Обновили броню. А то дороже считается из-за электричества. Ну, пока у меня нет электричества врагов таких. Давайте посмотрим, что я могу скрафтить с новой баллистической. Ну, со всеми, короче, проверим. Да, скрытность, не нужна мне эта электрическая защита. Этот лучший. Ну, хотя посмотрю все. Подкладки вроде не надо. Вот, ценность 46. То есть у вас короче. Армированное волокно что дает? 20 на 5. А ты? О, вот оно где. Возможное счастье. Нет, био, видите, отличается от кислоты, наверное, и от яда там разные вещи. Все равно слабее. Ну понятно, нужна панель эта баллистическая намного лучше. Пусть будет, продать всегда успеем. Ой, как я затягиваю. Ну так интересно, оторваться тяжело. Ну туда побежали еще электрика, посмотрим. Хотя это все не страшно, я сейчас и уровень получу. И денег там будет полно на этом.
области, или как это называется. В этот раз у тебя покупки не очень. Ну, хочешь пистолет? Нет, пистолет тебе не дам, конечно. Ничего у тебя не генерится хорошее. Шокер можно сделать. А, кстати, ядра смотреть надо. Если будет больше 54, сразу же брать. Чужие ты не хочешь. Так. Где я видел дверь на 80, на которую никто не обижается? Казино. А еще я не заглядывал. О, где-то я наковырял все детали, когда брал там все. Где же эти двери? Давайте попробуем просто или можно из-за угла. Мне интересно. Работает. Работает, ребята. Они, конечно, покруче с этим всем, но не настолько, что... Так, подождите, может я просто стану... зайти нельзя. То есть, если зайду, закрою дверь, я не смогу открыть и выйти. Но с другой стороны, можно забежать, забрать и убежать. По идее. Не уверен. Да их еще и трое. Но вообще работает эта система, уже интересно. Проверим. Что-то я не увидел, что там было внутри. Давайте просто посмотрю. Их два хорона. Хорошо, понял. То есть нужно... буквой А можно будет быстрее. Но очень рискованно. А зайду уже, да. Ладно, тут это не очень прокатывает, но работает. Но работает. Кстати. А ты ходишь даже сюда. Вот тут она может... собаки, все. Камеры, собаки. А вот к пещерникам могу добраться. Что для этого нужно? Нужно стоять за углом здесь, чтобы в момент начала меня никто не видел. Давайте попробуем. То есть, чтобы оба ушли. Открытие замка нет, это долго. Это я не потяну. Еще столкновения всякие. Да отстаньте. Эти могу двери открыть. Когда камера не смотрит, и замка нет, конечно. Есть замок. Кстати, да, он-то меня видел,
Но это все было из-за того, что у меня не было этого зеленого глаза, так что могу эти двери уже открыть. Сейчас он будет уходить. Нужно, чтобы я спрятался, когда его нет в ближайшем обозримом. Вот. Работает система. Опять, когда ты спрячешься издалека. А тут ничего нет. Вот, ребята, вот. Хитрецы заставили меня тут играться. Так, тут турель будет всех видеть. Ничего у вас не выйдет. Так, и что, свалка самая бедная получается на возможности покрасить с разбега. Кстати, я могу и ящик твой украсть. Нет, не могу. Взлом 50 ходит, это будет долго. Так. То же самое, да? А вот они, двери. А, 85, а у меня на 80 все заточено. 25. Если открыть эти, то уже открою эти сбегания. А здесь неоткуда начать забег. Пляж отсюда, но... А, нет, там тоже все видят. Да, 85, это вот эти двери я имел в виду. Где-то есть место, с которого вы меня не видите? К сожалению, нет. Стоп, 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 стоп. А что же я магазин? Не осматриваю. Тут какой-то ящик. Просто гляну. Да, не стоит с ним играться даже. Тут есть где-то спрятаться? Есть. Вот в этом месте меня никто не видит. Охо. Пробуем. Так, стеллаж. Ой-ой-ой, сколько тут хороших вещей. Если этот не такой глазастый, как лейтенанты эти были, то будет все очень круто. А, ты меня видишь, я понял. Так, не видишь? Получилось. Ну все. Ой, какое качество хорошее. Это плохое. Все, ребята. Торговцем будет гамбарас. Дело в том, что у торговцев почти всегда есть эта комната. Повороты и тому подобное. Так, сначала посмотрим, что вообще есть. Я шкурку. Хо-хо-хо. А, я близко с ним пройду, может не прокатить. Даже точно не прокатит. Давайте проверим. Не обязательно красить. Можно все украсть свободно. Буквой А. Так, выключаемся. Включаемся. Горячая клавиша. Поехали. Классно. Ну, качество так себе, потому что подразумевается, что это все можно украсть. Создатель игры так и задумал, в принципе, только с более крутым. С более крутым умением стелса, чтобы упор. А хотя почему? Он бы делал точно так же. Ну да, он же делал точно так же, он же не смог бы спрятаться на виду. Так что все тут правильное дело. Так и подразумевается, так и должно делаться. Так, и последний. Кстати, проверить нужно закрыть. Блин, нужно было на халяву получить лазерный пистолет на первых уровнях. Ай-яй-яй. Не, ну не уверен. Может, толса не хватит у вас. Слишком быстро глаз перестанет быть зеленым. Не успел. А вот вообще реально успеть? Интересно.
попробуем таки броню стелс меньше, но скорость передвижения будет без проблем. Так, наверное, здесь не в этом дело. Потому что вроде как успеваю, но не катит. Так, тут накрал вещей всяких, может тебе что-то нужно. 41, 48. На тебе. Рама, кстати, не имеет ценности. Ладно, торговать не хочу. Так, все, будем завершать, а то так всю ночь буду исследовать игру. Так, ну, в сегодняшнем видео мне доставило только одно удовольствие. Квесты хорошо повыполнялись. Интересно это депо. Враги сильные, но если искать тактику, можно с ними сражаться. То есть, ну, по крайней мере, с теми, кого я видел, собаки бесплатные. С трудом, но можно их победить. И там и шкуры, и трофеи, и все, что хочешь. И локация интересная. И эти хитрости из Fallout, которые работают и здесь, это очень интересно. Надеюсь, вам понравилось так же, как мне. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, подсказывайте, отвечайте на вопросы, которые я задавал. Я вам буду очень благодарен. Желаю вам всего наилучшего. Извиняюсь. Так я могу и забыть. А вот теперь пока.